Первый продолжительный снегопад, начавшийся накануне вечером, не застал коммунальные службы Щелково врасплох. Муниципальная служба озеленения и благоустройства в 6 утра в полном составе вышла на уборку дорог и тротуаров. Техника вся исправна, вся готова к уборке. Снега, как правило, он пришел неожиданно, но мы все на 100% готовы. Часть техники уже 50% на линии, остальная часть сейчас выходит на линию для уборки и обработки территорий, тротуаров и общественных территорий и дорог. Готовность техники и личного состава перед выходом в утренний рейс проверила заместитель главы администрации по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи Анастасия Агеева. Сотрудники муниципальной службы экипированы в зимнюю форму, обеспечены инвентарем. В этом году администрация существенно обновила парк коммунальной техники. Все машины в исправном состоянии и полностью укомплектованы. Всего на уборке улиц в городском округе задействовано 49 машин, в том числе 25 в черте города. Логистика передвижения техники четко отработана. К началу рабочего дня главные улицы были освобождены от снега, а проезжая часть обработана противогололедной смесью. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.